Sag mal bitte Chiburaschka. Chiburaschka? Sag mal nochmal Chiburaschka. Chiburaschka. Genau, und jetzt sag mal Chiburaschka. Chiburaschka. Доченька, скажи пять. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Семь. Восемь. Ёпа. Восемь? Да. Скажи восемь. Ёпа. Скажи, скажи, 88. Ёпа. Нет, 88. Ёпа-ёпа. Ну ты даже говорить не можешь, ты в пене. Зачем ты пеном-то объелся? Зачем ты пен объелся? Зачем? Как, а да? Кто пену-то ест? Это же не мороженое. Ага. Руся! Иди-иди-иди, все. Это твоя сестра. Айзнанка! Она родила! Руся! Смотри, он мальчик, какой у него характер мягкий. Трус. И какая она? Руся, ти-ти-ти-ти-ти. Скажи, Путина Путин. Путина Путин. Я не до Путина сейчас. Ну-ка, нельзя, слезь. Поругай ее, Юра. Слезай давай. А ну слезай! Я тебе сказал! Такая большая мама, а говорит неприятные слова. Трусишка! Неприятное слово знаешь какое? Трусишка! Говно! Вергло! Я же на тебя так не говорила. Нет, я просто тебе говорю. А трусиха можно говорить? Нет, это неприятное слово. Можно я тебе заговорю? Вдруг ты захочешь немножко похулиганчить, побаловаться? Угу. Ну так нельзя обзывать-то. Мы же побаловаться игрушками, своими вещами, а не так говорить. Ты говно, ты вердло. Да? Я на тебя не говорила говно. Мам, я просто тебя учу. Я больше не буду. Нет, мам, можно я доучу тебя? Ну ты не говори, ты перепиваешь меня. Я тебе скажу, чтобы ты запомнила. И больше так не говори, вот. Хорошо. Ты говоришь. Ой, сейчас. Хочу. А то заряд закончится. Ты знаешь, что вещи нельзя такие сделать. А знаешь почему? Потому что это неприятно людям. Стыдно за тебя. Просто такая большая мама, а ты говоришь такие стыдобины. Я больше не буду. Не боится.